Добрый день! Сегодня мы находимся около святыни нашего храма, у Смоленской иконы Божьей Матери. И сегодня мы поведаем вам ее историю. Вскоре после революции икону Смоленской Божьей Матери принес Дмитрий Федорович Саврулин. Страшное богоборческое время. Часовню предали огню. Во время пожара икону спасла 8-летняя девочка. Икону обнаружили случайно, когда одной толичанке приснился голос. Спустя некоторое время сон повторяется. Богородица указывает на местонахождение иконы. Клавдия Петровна Беляева не отнеслась к сновидению серьезно, но сон повторялся вновь и вновь. И тогда она с родственниками поднялись на чердак, потеряв якобы дверь. Все вдруг увидели светлый образ Матушки Богородицы. Пятьдесят лет прожила икона в семье Беляевых. На семейном совете было решено чудотворному образу быть в строящемся храме Талицы. Ежегодно 10 августа празднуется День почитания Смоленской иконы Божьей Матери. Именуемая Дигитрия, что означает «путеводительница». Пресвятая Дева, Мать Божия, благая Богородица, не остави нас своею вечною и доброю молитвою, вознеси над нашими головами и душами аки голубица, светлую явленную и радость ожидания прими свою. Заступися и помилуй, Мати Христа Бога умоляющая, телом и душою показавшая нам людям благочестие, на пути идущего лукавых и нечистых удаляющая. Бога ожидающим приносишь ты радостное известие. Радуйся, пренепорочная, и радуйся, пресноблаженная. Светом небеси от этой радости все души согреваются. Образа твои сияют помощью и верою нетленною. Чудными иконами твоими разум с телом укрепляются. Возблагодарим тебя, Деву, радости на сердце исполнение. В покаянии зовем тебя ты, душевной скорби победительница. Вседержавная царица, всяким человеком наставление. Христа Бога родшая и веры православной сохранительница. Пресвятая Дева, Мать Божия, благая Богородица, не остави нас своею вечною и доброю молитвою.
Спасибо.